Привет, сегодня мы играем Майнкрафт полсердечка, выживание Майнкрафт полсердечка, вторая часть. Скачать карту полсердечка можно по ссылочке в описании под моим роликом. Мы сегодня играем Майнкрафт полсердечка, выживание. Вторая часть, кстати, уже не знаю, зачем говорю, ну ладно. Скачать можно по ссылочке в описании под моим роликом. Сейчас будем проходить уже вторую часть. Мы уже прошли очень много всяких испытаний. Эта карта очень легкая. Я ее проходил уже два раза. Хочу показать, как ее пройти легко. Ну, кажется, давай проходить. Ну все, давай-ка проходить. Так, как проходить? Нужно здесь встать посередине. Блин, получалось же. Ладно, пока у меня есть сердечки, я могу считерить. Все, я уже прошел эту карту, кстати. Простенько, конечно, было, но сейчас уже было что-то трудновато. Что, я не той позе стою? Ладно. Ну, какая разница? Нажать на эту кнопочку нужно. И все получится. Дальше нам нужно допрыгнуть оттуда, то есть отсюда. Что залагало у нас? Ладно. Сейчас еще нажмем на кнопочку, когда мы не прыгаем, а то ничего не получится, я так считаю. Да, есть, все получилось. Дальше на следующий уровень идет какая-то вода. Так, что это у нас? А, здесь нужно... Это у нас водяной лабиринт. Мне... Я не смогу ролик на паузу поставить, к сожалению. Извините, но и не смогу. Когда я отвлекнусь на одну секунду, и все. И мне будет здесь хана. Это водяной у нас лабиринт, да? А как отсюда выбраться, этого водяного лабиринта? Ой, как опасно. Если я дотронусь до этих стен, так... Да нет, 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 я не могу угадать. Это водяной лабиринт. Что-то новенькое хочу сказать. Я такой еще лабиринт никогда в жизни не видел в Майнкрафте. Но что видел, но водяной лабиринт. О, что-то новенькое. Новый уровень. Да, это новый уровень у нас. И ни один раз не умер. Ну, может, следующий уровень у нас идет. Дроппер. Или что это у нас такое? Здесь я точно проиграю. Это у нас паркур. Так, сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре. Так, четыре, четыре, пять. Самое максимальное прыжок это пять. А здесь четыре. Значит, я смогу перепрыгнуть. Ой, ну я уже проиграл, кстати. А, фух, я уже напугался, думал заново еще проходить. Но я уже помню, где я прошел лабиринт, значит, еще ничто не страшного. То есть ничего страшного там и нету. А может, не надо прыгать? Просто я не понимаю. Понятно. Там же какая-то паутина есть. Я могу перепрыгнуть. Да, есть какая-то паутина. Блин, опять проиграл. Когда есть сердечки пока что, можно еще прочитерить и как-то пропрыгать. Оп, да-да, я опять проиграл. Нужно просто нам пытаться. Да, это трудный, конечно, уровень, но нужно его, конечно, до конца пройти. Опять проиграл. Если пытаться, можно игру, конечно, и пройти. Да уж, что я так много прошел, а я каким-то багом я сюда залез. Быстро, я даже ничего не успел среагировать. Ну, вы попытайтесь, может, и пройдете. Нам осталось совсем немножко. Я сейчас... Ок, ладно, мы прошли уже. Я упал, компенсации. Кстати, нам нужно успеть, чтобы мы не умерли. У нас осталось совсем немножко, все, мы выбрались. Фух, следующий уровень идет. У нас нужно теперь выбраться из этой скалы аккуратно. Но аккуратно я знаю, как. Конечно, так нельзя, но зря это я сделал, конечно. Но можно попытаться. Смогу. Надо считать просто блоки. Я здесь не смогу, значит, нужно пробовать. Фу! Ну тогда можно прыгать. А, нельзя. Фух, а я уже напугался. Давай прыгать, хотя бы, чтобы немножко пройти игру.
Вообще, эту карту легко пройти даже без онлайна. А вот здесь я даже не знаю, получится у нас или не получится. Можно посчитать, сколько блоков. А можно, конечно, капнуть на гриб, а? Все, я перепрыгнул уже. Ненавижу уже паркур. Дальше нам нужно перепрыгнуть сюда, сюда и сделать этот паркур. Как это сделать, я даже не знаю. Ну что, постараемся. Прыжок я когда всегда буду снимать свой. Так, прыжок заново. Увы! Паркур уже третья часть. Совсем немножко нам, еще немножко осталось. Все-таки я прошел уже. Не нужно будет делать вторую часть, как я проходил. Алло, я же сказал, что буду проходить. Ну, кстати, я уже передумал снимать. Надеюсь, я не упаду сейчас. Надеюсь, здесь нельзя упасть и умереть. Я на это больше всего, что надеюсь. Ах, это самый уже простой паркурчик. Его просто пройти. И все. Я уже надоел уже проходить это... Да, получилось. Дальше. А куда дальше? Нужно нажать на эту кнопку. О, есть, наконец-то новый уровень. И что тут за новый уровень, а? Нужно сюда и войти, чтобы... Так. Нужно да, приготовиться. Раз, два, три. Побежали. Я знаете кто? Мне сейчас там повезло. Вот, знаете где? Только еще раз пройдем, я уже знаю, как. О, все, повезло просто. Я в текстурах застрял. Нормально. Кто застревал в текстурах? Я в текстурах застрял. Ну, а дальше что? В текстурах, да. А, здесь нужно лабиринт искать. Вау, круто. Так, все, мы подождали теперь. Так, нужно найти там кое-что. Нам нужно найти, знаете что, какую-то вещь, чтобы выбраться отсюда. Ну, давай-ка искать. У нас есть время. А может это место? Нет, здесь отдыхать. Сейчас отдохнусь. Пока ничего не нашел. Но буду пытаться найти, чтобы хотя бы что-то. Давай-ка будем убирать. Так, здесь что-то у нас есть, здесь у нас ничего нету, здесь у нас тоже ничего нету. Я скажу, где у нас что-то находится. Так, здесь ничего нету. Чтобы сразу считерить и пройти легко. О! Вот, здесь, здесь. Все, я нашел. Все, нашел, грыча. Да, телефон, нажмись. Вот там находится. Вот этом рычаге находится. Там ищите этот рычаг, кто хочет скачать. Кто хочет пройти уже честно и легко просто. Но если кто знает уже, это круто. Так, по облакам теперь нужно нам прыгать. Это что-то странное. По облакам не прыгают. Так, а если я прыгну вот сюда, я то тут и не допрыгну, значит, нужно как-то допрыгнуть. Ну как это возможно теперь? Ой, легкодня какая-то. Нам через воду теперь придется добираться. Это не очень, конечно, радует, но через воду, конечно, придется добираться. Это будет уже самый трудный паркур за все. Все, мы прошли уже. Осталось нам уже пройти вот это. Кстати, вот это уже что-то трудненько, хочу сказать. Кстати, еще давно апгрейда уже не было, что у нас. Как дышать, я скажу. А, нет, я упал. Теперь опять приходится полчаса-то проходить. Вы даже не знаете, насколько это трудно проходить. Наконец-то я включил, был занят я очень сильно. Дальше нужно нам попасть... Нужно нам попасть туда. Все, попали, все хорошо. Это у нас уже следующий уровень, да? Это у нас уже следующий уровень. И дальше это у нас какой-то паркур. Что это у нас за паркур? Паркур тростника. Интересный, конечно, хочу сказать, паркур. Но кажется, он неинтересный, мне кажется. Но сейчас пройдем его быстро. Да. Наконец-то я забрался. Мы даже не пытаемся. Ну, кстати, хочу сказать, что это паркур по тростнику. Угу.
Паркур-то по тростнику, пока я его не могу пройти, наверное, так и нужно проходить. У нас этот тростник, да? Так, давай-ка мы уберем, чтобы не мешал. Главное, нам коврики не поломать. А то потом не сможем починить карту. Ну, карту, конечно. Так. Понятно, не смогу читерить. Все, я прошел. Мне кажется, когда у меня запись включена, я не могу проходить. Сейчас это и проверим. Угу. Да. Ай, что я не могу уже забраться? А, здесь я могу уже пройти. Не получилось. Нужно там заново, конечно, пройти. Ну, ладно. Ладно, в следующий раз сейчас пройдем. Напишите в комментариях, как вы проходите паркур. Мне интересно будет. Я буду вам показывать, кстати, уровень. Я не буду вам показывать, как я прохожу. Так, мы это прошли, кстати. Зачем это все сломалось? Я буду еще проходить. Ладно, какая разница. Я обещаю себе, что я пройду эту карту теперь. Ну что, надеюсь, что я прыгну. Да, все бы пропрыгали, это хорошо. Нам еще осталось немножко. Давай-ка бы сюда подойдем, здесь будет безопаснее прыгать. Но опасно будет. Я упал. Решил там сделать дорожку. Выкопал всю землю и сделал, решил сделать дорожку. Мы же этот уровень уже прошли, кстати. Ах, ладно, зачем я еще сломал? Коврик у меня хотя бы остался. Ни коврика даже нету. Йо, а как я теперь буду проходить? Обидно. Ничего страшного. Главное, нам нужно пропрыгать, и все будет хорошо. Перепрыгал я. Там была какая-то надпись написана. Как я там все сделал, сейчас я покажу. Так, где там выбраться? А, вот. Вот, все сделал безопасно. Кстати, там еще какая-то дыра есть, после, когда я выкопал. Там же... Перепрыгал, чуть не перепрыгал. Так. Опять не повезло, да что ж такое? Ладно, давай-ка еще раз. Уи, больше это нам не нужно. У нас теперь тростник, кстати, будет. Хорошо, хочу сказать, что я сломаю коврик. Зато тростник будет. А, еще светокамень будет. Надо выключить режим, который ломает блоки. Это неудобно, хочу сказать. Да. Ладно, давай-ка еще буду проходить. Ладно, я поставлю ролик на паузу, скажу, когда я пройду. Би, мы прошли уровень Би, Би, Би. Ло. Да, мы К еще прошли. Вот так я проходил, мне везет до сих пор. Надеюсь, будет вести. Нет, опять проходить, нет. Да нет. Окей, ладно, ничего страшного. Долгожданный момент, кто все ждали? Да нет! Долгожданный момент, я ждал. То чувство, как будто прошло 15 тысяч лет. Когда я выключил, ну ладно, наконец-то мы прошли. И следующий уровень у нас лог. И что? Нам нужно попасть теперь в эти какие-то кусочки. Но я меткий, конечно, игрок. И попаду очень все быстро. Я очень меткий, я на меткость в Майнкрафт учился, но если будет запись сейчас включена, вот уже все уже прометкал. Так, куда нужно еще попасть? Ва, нужно ки... Ой-ой-ой-ой-ой. А, я могу получать лук и стрелу бесконечно. Только зачем мне так много стрел, я не знаю. Я могу с первого раза, оп, и дальше. Оп. Блин, не попал. Оп, ладно, не попал. Ну ладно, все, мы прошли. Чтобы пройти, нужно заново туда пропрыгать. Оп. Вы получили стрела, звёздочка, и К вернуться. Ну давай-ка К вернемся. К. Так, нужно попасть, да, посередине, да, нужно попасть, да. К нужно вернуться, да. Сейчас попадем. Ай, не могу меткость попасть. Нужно прям
чтобы было закрашено. Если не дергать экран, так я это не попаду. Я так не попаду. Нужно... Кажется, я попал. Я не пойму ничего. Как, что нужно сделать я? Ну ладно, давай-ка мы еще пройдем. Мне кажется, здесь мне не везет. Са. Хотя повезло. Зачем мне это нужно, я не знаю. Так, я же здесь не пропрыгаю. Нужно что-то сделать. Я знаю одно читерский способ. Сейчас я вернусь. Я вернулся к вам. Я целую цифру уже, целую букву уже не прочитал. Но я ее не читал, конечно, к сожалению. Наконец-то я прошел этот уровень. Честно. Конечно, нечестно, я уже прошел уровень. Наконец-то день, ура! Мне кажется, что день это лучше. Это у нас новый уровень. И вот что-то какой-то простый. Вообще простой уровень. Только трата времени и все. Это вообще простенский уровень. Здесь вообще не смогу не упасть. Здесь никто никогда не проиграет. Кстати, странно, что сделали с бедрака все. А вот это уже слишком интересно. На старт! Внимание, марш! Ой! Червячка! У меня телефон залагал. Телефон я тебя больше ненавижу. После такого я тебя телефон ненавижу. Сейчас у меня залагал, хотел червячка сделать. Ну, конечно, я не сделал. Похотел, я же обратно возвращаюсь. Да блиночки!